Здравствуйте. В конце просмотра этого видео я хочу, чтобы вы включили. Вы можете включить режим тренировки. Для этого мы идем настройки, да. Есть режим и сценарий. Да, очень хороший режим, я так сказать, да. Будет изменять, исходя из ваших действий или окружения. Да, вот, тренировку нажимаете. И вот автоматическое включение. Вот, да. Смотрите, если вы откроете приложение, например, там, сколько вы бегаете, какой калорий, сколько тратите, вы можете автоматически вот выбрать приложение и автоматически включится режим тренировка. В определенном месте это вообще очень хорошо. Текущее местоположение можно, работа выбранное место можно. Вот, место, выбрать место, вы можете по карте выбрать место и нажать ОК, и все, автоматически включается режим тренировок. Период времени, от скольки, да, то есть от восхода до заката, от заката до восхода следующего дня, то есть время окончания, и, можно повторять, то есть, вот. Так, отключено время праздника, нажимаете готово, да, нажимаете еще раз готово. Так. Уже тренировка включена. Так. Вот видите, автоматически включается музыка, да. Кстати, я до этого настраивал, да. Не беспокоит. Можно не беспокоить. Вызов и сообщения, приложения, вот, например, всякие уведомления и так далее. Это разрешение на уведомления, да. Вы можете, например, не хотите пропускать сообщение, например, нажимать готово, и все. Ну, в любом случае, она вас будет отвлекать, то есть в режиме не беспокоит, отключен звук для всех мелодий, вызовов, уведомлений и других оповещений, кроме разрешенных вами. Угу. Так, изменение настроек. Здесь можно воспроизвести, автоматическое воспроизведение будет музыка, громкость мелодии можно уменьшить, улучшить. И так далее. Вот проводные наушники, например, динамик планшета я уменьшаю, и проводные наушники чуть увеличу и нажимаю готово. Вот. Так, режим звука и уровень громкости можно тоже здесь выбрать. Нажимаем готово. То есть, все, мы включили. То есть я тренируюсь до 15:20 и абонемент у меня есть, автоматически включаться будет, и когда я буду на месте тренировки, и автоматически включится режим тренировки, и меня будет никто не беспокаивать, приложение будет ограничиваться, да, ограничить, кстати, да, ограничить использование приложения, еще есть использование. Так, я его не включил, смотрите, ограничил, теперь, вот смотрите, что стало, я не могу открыть, например, что я не могу открыть? Я не могу, например, открыть ТикТок. Вот я не могу зайти в ТикТок. Невозможно, потому что ограничен. Это очень хорошо. Да. Спасибо за просмотр этого видео. Я очень благодарен, что вы посмотрели это видео до конца. Да, тренируемся. Да, лучше так тренироваться, не отвлекаться, конечно, на всякие социальные сети и уведомления и так далее.